Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым выпуску. Завершилася регістрація кандидата у депутати Палати представників. Стало відомо, колькі жыхароў регіона позмагається за депутатські мандати. Діловые зустрічі, обмін опытом і підписання погодненняў об супрацоўніцтве. Сьогодні пройшов 5-й міжнародний форум «Бізнес-дні» у Гомелі. Сьогодні апошній день онлайн перапісу насельніцтва. З панеделка перапісчыкі пачнуць наведванне респондентаў. А зараз об гэтым і іншым больш падрабязна. Роль Академії керування при президенті у формуванні держапарату, повышенні якості підрихтовки у тандемі з парком високих технологій і новий закон об державній службі. Гэтыя тезісы прогучалі сёння падчас вялікага дыялогу кіраўніка дзяржавы са слухачамі, студэнтамі і прафесарска-выкладчыцкім саставам Академіі керавання. Гэты год юбілейны для многіх дзяржорганаў краіны. За 25-гадовую гісторыю створана ўстойлівая мадэль керавання. У ліку яе арыенціраў суверэнітэт, дабрабыт беларусаў і справядлівае стаўленне да людзей. Таму гэтая сустрэча нагода не толькі падвесці вынікі, але і паставіць новыя задачы перад айчыннай сістэмай дзяржкіравання. А ёй востра неабходныя кіраўнікі новай фармацыі з веданнем замежных моў, людзі, якія маюць на мэце высокі вынік. Я хачу пастроіць новую акадэмію. Новую акадэмію не проста здание пастроіць. Это не праблема, это мы за 2 года можам пастроіць. Я хочу построить академию, которая бы в новых корпусах, зданиях, в общежитиях, учебно-лабораторных корпусах преподавали по новым методикам, по новым программам, с новыми учебниками, стажировками, практикоориентированный вуз, куда бы стремились все не только из нашей страны, но и из-за рубежа поступить и получить там знания, чему-то научиться. Ну, а эти корпуса мы отдадим БГУ, медицинскому университету и так далее. Но это не от меня зависит. Это зависит от вас. Как только я увижу, что вы создали эту академию, и уже можно вас перемещать на новую площадку, мы это с вами должны сделать. У Беларусі распрацуюць новы закон аб дзяржаўнай службе. Такую задачу паставіў прэзідэнт. Цікавы факт. Гэтую працу даручылі групе навукоўцаў і экспертаў, якія ў большасці не з'яўляюцца дзяржслужачамі. Такі свежы погляд збоку. Трэба будзе значнае абнаўленне і ў частцы патрабаванняў службовай дысцыпліны, комплексу матэрыяльных і сацгарантый, якія кампенсуюць ускладзеныя на дзяржслужачых абмежаванні. Пазышаць замежныя мадэлі не збіраюцца ў прыярытэце рэаліі дзяржаўнай палітыкі. Сёння ў Гомелі прайшло пасяджэнне беларуска-расійскага клуба рэдактараў і экспертаў. Ён быў створаны ў мінулым годзе. Галоўная задача – садзейнічанне інтэграцыйным працэсам 2 краін. Нашы корэспандэнты з падрабязнасцямі. Першае пасяджэнне клуба рэдактараў і экспертаў адбылося летась у беларускіх вескулях. Другое сёлета прайшло ў Маскве. Сустрэча ў Гомелі – трэцяя па ліку. За мінулы час удзельнікі клуба накапілі пэўны вопыт сумеснай работы, а таму, негледзячы на розныя погляды на некаторыя праблемныя сітуацыі, імкнуліся прыйсці да адзінай думкі. Адкровенна журналісты беседуюць сабой у палажэнні в мире, в Европе, дзеляцца собственными мнениями, и далеко не всегда эти мнения, хотя мы коллеги, хотя мы партнеры, представляем СМИ дружеских стран, не всегда эти мнения совпадают, потому что международная ситуация в последнее время развивается очень стремительно и ставит в тупик не только журналистов, но и политиков ведущих стран мира. Поэтому диалог этот очень полезен. О профессийном узровне клуба редакторов можно мерковать по списе представленных СМИ. Другий национальный телеканал – «Столичное телебачение», национальный филиал телерадиокомпании «Мир», «Белта», газеты «Беларусь сёння», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты». Хоть только непосредственно посяджением клуба, сустречу в Гомеле не обмежевываются. Подчас мастер-класса с керовниками региональной прессы, размова об новых подыходах до работы газет и телебачения. Бадай наибольшая активная дискуссия о будущем друкованных выданиев. Электронная мультимедийная среда, она будет, безусловно, доминирующей. Раз. Второе, безусловно, для эстетов останутся бумажные версии изданий. Ну, когда я езжу, естественно, по России, летаю, я неизбежно пытаюсь, либо вижу, либо пытаюсь хотя бы пролистать эту региональную прессу. За редчайшими исключениями удовольствие мне это не доставляет. Может быть, у вас иначе.
Хотя, по-моему, не очень иначе, но может быть у вас иначе. Мероприемство у Гомелі собрало больше як 20 журналистов, экспертов и дипломатов. Это уже традиция – запрошать на посещение специалистов разных сфер и политиков. На парадку дня – вострые темы и актуальные тенденции. Без экспертов саправды не обойтись. На этот раз у Гомель приехали представники Белорусского института стратегических исследований, Российского державного академического университета гуманитарных наук и представительства Россупрацовництва в Беларуси. У всех подробностей посещения удельники клуба не раскрывают, але констатуют, оно было результативным и корыстным для всех. До тех пор, пока мы находимся на переговорной площадке, любые контакты, которые есть между нами, это самое главное, самое важное, то, что нужно ценить. Как только мы закрываем дверь, переговорная площадка закрыта, значит, что все, тогда уже надежд на достижение результата не будет. Вот. Мне кажется, что сегодня все вышли такие одухотворенные и с хорошим настроением, именно потому что есть очень большая возможность для дальнейших переговоров. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Напередодні завершилася регістрація кандидата у депутати Палати представників Національного сходу Білорусі 7-го скликання. У Гомельську обласну комісію по виборах поступило 84 заяви на регістрацію. 9 потенціальних кандидатів отримали відмови. Таким чином, боротьбу за депутатські мандати протягують 75 чоловік. 5 чоловік було відказано в результаті перевірки підписів, які були зібрані. Були нарушення определені, значить, два кандидата были существенные недостатки и значения в декларациях. Вот. Один кандидат был отказан одному кандидату в связи с тем, что было собрано подписи меньше, чем определено законодательством. Вот. И один кандидат, неполный пакет документов был предоставлен в окружную комиссию. По колькости вылученных кандидатов у лидерах политичные партии. Зараз этап агитации. С 12 по 16 листопада будет проходить дотерминовое голосование. Основный день, нагадаем, 17 листопада. Пошук деловых партнеров и установление гандлево-экономичных контактов. Сегодня у областном центре прошел 5-й международный форум «Бизнес-дни» у Гомелі, который собрал представников деловой супольности из 19 краин. На им побывала наш корреспондент Ганна Корольчук. С початку этого года у Гомельской области зарегистровано больше за 100 предприятий с замежным капиталом. Створение сприяльных умов для инвестора – важный напрямок региональной политики. Презентовать нашу территорию для гостей помогают бизнес-дни у Гомелі. Минулые 4 форумы уже приносят свои выники. Так, например, товарозворот Гомельщины с Казахстаном с початку этого года вырос на 7% и перевысил 70 миллионов долларов. Сябровские отношения наладжены с Китаем. У города Харбин працует совместное предприятие «Гумсельмаша», а на Гомельском моторо-ремонтном заводе разом с китайскими коллегами реализуется инвестиционный проект по выпуску мототехники и малолитражных руховиков. Стабильно развиваются отношения региона из Италии. С початку этого года в экономику Гомельщины притягнуто больше за 7 миллионов долларов прямых итальянских инвестиций. Цікавятся нашим регионом и бизнесмены за океаном. Я изучаю здесь возможности для инвестирования не только для себя, но и для моих коллег из Австралии. Нам Гомель известен по сфере IT, здесь много профессионалов. Я считаю, что IT – это будущее Беларуси. Если вложить в это правильно деньги сейчас, то в будущем это может принести неограниченный доход. Вся прелесть Беларуси для инвесторов в том, что здесь не только очень выгодно создавать приложения и программы, но у вас еще и очень талантливые разработчики. Бизнес-дни предугледжуют 3 сессии. На первой удельники разглядали выкрастание инновационных технологий и сучасных подходов промысловости, сельской господарстве и будовництве. Тема другой сессии – роля межпалатного супрацовництва, взаимодействия бизнес-союзов и ассоциаций. Предпринимальники обмерковывали способы пошуку новых рынков и притягнения инвестиций. Прогноз, новые технологии и эффективное расширение развития международной логистики были у центра уваги третьей сессии. Нас радует именно то, что, я думаю, процентов 40 те, кто присутствует сегодня, это наши постоянные участники, наши постоянные партнеры. И нам важно, что они могут озвучить свой опыт, свои проблемные вопросы, свои предложения для Гомельской области.
Акрамя таго, падчас форуму праходзіць рэспубліканская універсальная выстава «Бізнес у рэгіёнах». Экспазіцыя ў абласным грамадска-культурным цэнтры дэманструе прадукцыю прадпрыемстваў і арганізацый Гомельскай вобласці для замежных гасцей. Таксама ў праграме «Бізнес-дзён» серыя семінараў-практыкумаў для кіраўнікоў прадпрыемстваў, маркетынгавых службаў і юрысконсультаў, які арганізуе Гомельскае аддзяленне Беларускай гандлёва-прамысловай палаты. Ганна Каральчук, Ігар Марышчанка, тэлерадыёкампанія «Гомель». Гомельская область и Республика Молдова плануют реализовать совместные проекты у сельской господарцы. Старшиня Гомельского облвыканкама Геннадий Соловей сегодня обмерковал их с надзвычайным и полномоцным послом Молдовы у Беларуси Виктором Сарачаном под час проведения бизнес-дзёну Гомеля. Зараз у Молдову свои товары поставляют больше за 110 предприятий у Гомельщины. Основные позиции экспорту – листовое шкло, збожжеуборочные комбайны, молочные пасты и консервы, дрот, тросы, кабели, бульбу и пиломатериалы. За 6 месяцев этого года у экономики региона поступило больше за 184 тысячи долларов инвестиций из Молдовы. Серед будущих проектов дипломат пропоновал утворчасть харчовых экологичных продуктов, например, грецких орехов. По их поставках Молдова является одним из основных гандлёвых партнеров Евросоюза. А кроме того, размова и шла про вытворчасть насения кукурузы, выращивание збожжевых и винограду, вытворчасть винных материалов и коньячных спиртов. Перспективность проектов подкреслил и старшиня Гомельского облвыканкама. Поводле его слов, первые гектары виноградников закладут у Гомельской области у наступном годе. Завтра в Беларуси пройдут шарговые прямые линии мясцовых органов улады. У Гомельским облвыканкаме звороты громадян будет принимать наместник старшини Владимир Привалов. Номер телефона у Гомеле 33 12 37. Прямая линия працует с 9 до 12 годин. У гэты ж час на сувязі будзе старшыня Гомельскага гарадскога савета дэпутатаў Мікалай Кавалевіч. Нумар телефона прамой лініі 51 19 84. Сёння апошні дзень онлайн перапісу насельніцтва. З панядзелка перапісчыкі пачнуць наведванне рэспандэнтаў. У Гомельскай вобласці іх будзе больш за 1800. Кожны атрымае планшэт з праграмай, у якую занясе інфармацыю, атрыманую ад рэспандэнта, і адразу адправіць электронны перапісны ліст у Белстат. До конца перапісной кампаніі, якая завершыцца 30 кастрычніка, будуць працаваць і стацыянарныя ўчасткі. З любымі пытаннямі на конт перапісу можна звяртацца на гарачую лінію галоўнага статуправлення в области штодзень з 9 до 21 гадзіны. Нумар телефона ў Гомелі 21 10 03. Ці тэлефанаваць па адзіным даведачным нумары 8 801 131 31. У музеі гісторыі Гомеля адкрылася выстава жывапісу гомельскага мастака Пятра Лукіяненкі. У вазе гамельчан прадставілі больш за 20 работ вядомага жывапісца. Усе яны выканы ў розных жанрах і стылях. Перад сабой аўтар ставіў задачу паказаць на сваіх палотнах чалавечыя эмоцыі, каб глядач зазірнуў унутр сябе, задаўшы быційныя пытанні. На выставе ўсе наведвальнікі змогуць знайсці блізкую сэрцу тэму для творчага аналізу і разважанняў. Мне хочацца передавать эмоции, потому что эмоции не всегда можно передать словами. Техники разные, и широкие, пастозные, и пунктилизм есть, и гладкая живопись, так скажем. Вот, по жанрам здесь и натюрморты, и портреты, и тематические. Охватывают все жанры и все техники. Картины Пятра Лукьяненкі экспанаваліся ў Беларусі, Італіі, Германіі, Чэхіі, Польшы, Украіне і Расіі. Акрамя таго, ён вёў мастацкую студыю, быў аўтарам і вядучым тэлевізійнай перадачы «Мастак і час». Сёння ён жыве і працуе ў Гомелі. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэты выпуск завершаны. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў эфіры. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Начнем выпуск с печальной новости. В Жлобине в ДТП погиб 13-летний мальчик. Он двигался на велосипеде и пересекал проезжую часть перед грузовым автомобилем. Наезд случился на улице Карла Маркса. Подросток выехал на дорогу по ходу движения автомобиля с левой стороны и попал под колеса ЗИЛа. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.
Проводится проверка. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. При проезде пешеходных переходов, регулируемых и нерегулируемых, пешеход должен спешиться с велосипеда и катить его рядышком с собой. Движение на велосипедах осуществляется по велосипедным дорожкам, а в случае их отсутствия – по пешеходным дорожкам, тротуарам либо обочине. Также стоит напоминать своим детям о том, что в возрасте до 14 лет ребенку запрещено находиться либо двигаться по проезжей части дороги на велосипеде без сопровождения взрослых. Попарились как следует. В Гомельской области за минувшие сутки сгорели сразу 3 бани. 2 пожара зафиксированы на территории частных подворий, 1 в неэксплуатируемом помещении. Последний случился в Ельске накануне около полудня. Огонь уничтожил кровлю, обшивку стен, в парной повредил потолок, но пострадавших нет. Следующий пожар произошел в бане частного домовладения поселка Калинина Гомельского района. Водные процедуры закончились чрезвычайным происшествием и привели к тому, что в бане сгорела крыша, потолок и имущество. Люди живы. Третий аналогичный вызов спасателям поступил уже около 3 часов ночи. Загорелась баня в Гомеле на улице Урожайной. Ущерб такой же, как и на предыдущем пожаре. Никто не пострадал. Во всех 3 случаях причина возгорания, вероятнее всего, связана с нарушением правил монтажа и эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств. Чтобы не сесть в тюрьму, он стал жить в лесу и обустроил там хижину. В Рогачевском районе 47-летний вор 6 лет прожил вдали от благ цивилизации, чтобы не попасть за решетку. После серии краж в 2013-м мужчина понял, что его личность известна правоохранителям, и уехал в Россию на заработки. Но там ему не заплатили, и через 2 месяца беглец вернулся на родину. Чтобы не засветиться, стал жить в лесу. Оборудовал там шалаш и лишь изредка выходил на промысел. Благодаря кражам, которые он стал совершать, исходя из острой необходимости, смог разжиться нужными предметами для быта. Похищал с дач продукты, посуду, одежду, бытовую химию, средства гигиены, газовые горелки, батарейки, фонарики, украл радиоприемник. Благодаря ему, кстати, узнавал новости и слышал человеческую речь. Изредка выходил к рыбакам и охотникам, чтобы пообщаться. Кто-то из них и сообщил о странном мужчине в милицию. Один из охотников рассказал местному участковому, что встретил в лесу странного мужчину с велосипедом. Незнакомец спешно удалился. Поскольку эти места совсем не пользуются популярностью у грибников, милиционер немедленно выехал на место. Пройдя в лесную чащу примерно на 4 километра, он наткнулся на строение из бревен, переложенных мхом. Внутри на кровати спал человек в бушлате и шапке. Разбудив его, участковый узнал сельчанина, в течение последних 6 лет разыскиваемого за кражи. Его задержали и привезли в райотдел. К этому часу это все новости о происшествиях нашего региона. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. Сегодня в китайском Ухане стартуют 7-е всемирные военные игры. В состязаниях боксеров за награды будут бороться и гомельские атлеты. В составе белорусской команды в Китай отправились Юлия Панасович, Виктория Кебикова, Яна Бурим, Галина Бруевич и Алина Вебер. В соревнованиях мужчин наш регион представит Владислав Смягликов. В 7-х всемирных военных играх примут участие более 9 тысяч спортсменов из 110 стран мира. В состав сборной Беларуси вошли 97 атлетов, которые выступят в 12 видах спорта. В ближайшие выходные состоятся поединки 1/16 финала Кубка Беларуси по мини-футболу. Гомельскую область на этой стадии представляют 5 команд. Жребий свел 2 светлогорские дружины – ЦКК и Липтон. Путевку в 1/8 финала они оспорят в субботу. Гомельский ВРЗ в воскресенье отправится в Несвиж, где сыграет с местным Флекси Про. Матч между Речицким Апгрейдом и Гомельской БЧ также состоится 20 октября. Место проведения – спорткомплекс «Локомотив» в областном центре. После международной паузы возобновляется чемпионат Беларуси по футболу высшей лиги. Футбольный клуб «Гомель» в 25-м туре завтра играет с «Батэ». Матч пройдет на Борисов-арене, начало в 16:00. В таблице чемпионата «Зелено-белые» сейчас на 15-м месте. У «Мозырской Слави» турнирные дела куда лучше. Полишуки замыкают первую десятку. Завтра они постараются пополнить свой очковый багаж в поединке с гродненским «Неманом». У соперников сейчас одинаковое количество набранных баллов. Игра пройдет в «Мозыре» на стадионе «Юность», начало в 14:00. В Гомеле в Центре Олимпийского резерва по прикладным видам спорта сегодня стартовала республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по двоеборью конного спорта.
Первой в соревновательной программе была манежная езда. Также спортсменам предстоит состязаться в конкуре. Высота препятствий 110 и 115 сантиметров. За награды борются воспитанники трех спортшкол. Столичного ОРЦО по конного спорта и коневодства, Могилевского ОЦОРа по конному спорту и современному пятиборью и Гомельского ОЦОРа по прикладным видам спорта. Всего 19 спортивных пар. 6 из них представляют наш областной центр. Возраст спортсменов от 13 до 15 лет. Все три команды у нас, которые выступают на этих соревнованиях, и наша команда, они все достойны. Приблизительно один и тот же уровень, потому что ребята молодые. Тут нельзя резко выделить, что вот этот такой сильный, такой нет. И наиболее опытная – это команда Минского ОРЦОПа. Параллельно проходит открытый республиканский турнир по троеборью. Тут награды оспаривают 14 спортивных пар из Беларуси и России. Завершатся соревнования завтра. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».